Салам алейкум, братья. Как настроение, как дела? Желаю каждому из вас всего самого лучшего, прекрасного. Пусть Всевышний даст вам разум, пусть Всевышний даст вам ум, мудрость, доброту, позитив и всего самого лучшего. Мое, да, вот это обращение как бы побудило меня сделать после того, как сегодня вот наш друг ушел от нас. Вы-то его не знаете, это просто, да, вот. Вчера был, позавчера был, а сегодня уже нету. И что я хочу сказать, да, братья? Дай Аллах, чтобы вы берегли дружбу, дай Аллах, чтобы вы берегли свою семью, родных, близких, детей. Пусть у вас, иншаллах, в доме всегда будет хорошая погода, взаимопонимание, любовь ради Аллаха. Дай Аллах, чтобы вы почитали родителей, родители ценили, любили вас, чтобы вы своим поведением, своим отношением дарили родителям улыбку, чтобы они любовались, улыбались от вашего хорошего поведения, от ваших хороших дел. И, соответственно, их присутствием в нашей жизни, чтобы вы тоже радовались, чтобы все было хорошо. Побольше детей вам, братья. У кого нету детей, дай Аллах, чтобы они были. У кого есть, дай Аллах им крепкого имана. Всего самого лучшего. И чтобы наш дагестанский народ сплотился независимо от национальности. Конечно же, каждый человек должен любить, ценить свою нацию, уважать, почитать старших, свое село, район. Но независимо от всего этого, мы должны любить, ценить любую нацию, любой народ, который с нами рядом, должны уважать старших, должны уважать младших. Если мы не будем уважать младших, младшие завтра не будут уважать нас. Чтоб все, иншаллах, у нас у всех было нормально. Это как бы некое такое как бы дуа, да, братья, для вас, для всех. Иншаллах, я искренне от души желаю, чтобы у вас в жизни все было хорошо. У каждого человека, кто это голосовое услышит, пусть все будет хорошо. Я искренне от души желаю. Братья, цените, любите, уважайте друг друга. Мы не идеальны. Нету среди нас идеального. Каждый ошибался. Каждый спотыкался. Так что, если кто-то будет спотыкаться, поднимите, почистите, направьте в правильном направлении. Нету такого человека, который не ошибался. Я, вы и другие, самые великие, самые лучшие тоже ошибались. Идеальны были только наши пророки. Так что, братья, всего вам самого лучшего. Иншаллах, чтобы в Республике Дагестан было процветание, любовь друг к другу, уважение друг к другу. Соответственно, аналогично желаю и другим республикам. Дай Аллах вам всем здоровья. Берегите себя, берегите себя. Пусть Всевышний определит среди лучших всех, кто ушел от нас. Пусть Всевышний даст всего самого лучшего, всех благ всем тем, кто с нами. Ассаламу алейкум.